I need coconut. How many months? One. Only one? Yeah. Why you ask only one? I know how much I need one. You're my friend. I don't like when asking the only one. Ну что, ну сейчас я буду искать. Подожди, wait. Видишь, как важно иметь мелочь. Достать? Нет, я найду. Я ее потом просто не запомню. Нет, мани, wait, give me foot and root, small, little bit. Give me little bit, not too much. I want, конечно, папа сама. No, this... Нет, давай. Окружили. Ну, мне и гирлянду вручили. This is a very big fork, but I have a Сайрам, здравствуйте все! Сегодня я хотела сделать подношение Ганеше, Пуджу. У нас, я сама себе обещала, что когда будет 1000 подписчиков, я сделаю вот такое вот, как маленькое подношение на удачу, на счастье, на любовь для всех моих людей, кто подписан на меня, кто на мой канал на YouTube, кто смотрит просто без подписи. Я смотрела по аналитику, там получается, что у меня 3/4 смотрят без подписи. И в день где-то 4000, даже больше просмотров. И я мысленно всегда посылаю всем людям, которые вот включают мои видео, смотрят. Даже, ну, стараюсь, даже когда я их выкладываю на YouTube, чтобы зарядить вот той силой, которая есть в нашем мандире, которая есть в ашраме, в Путапарте. Вот. И сейчас это наша такая большая юбилейная цифра 1000 подписчиков. Я вот для всех, для них, для вас, для нас делаю вот это вот церемонию. Так. А это для Ганеши. Танюшка, давай руку. Сюда. Половину надо оставить, половину можно забрать. Половину мы дома раздадим кому-то. Так, и слонику я... Вот посмотри, Тань, приведи сюда, посмотри, как много людей слонику дарят цветочки. Вот какую мне эта девочка тоже опять дала гирлянду, говорит... Бери бесплатно. Ну, молодец, девчонка. Я, конечно, ей дала 50 рупий, потому что бесплатно такое брать нельзя.
Ганеша — слоник, который устраняет все препятствия. Индийцы ему молятся с утра, перед началом каждого дня, перед началом любого дела, перед чем-то, когда они что-то хотят попросить. Он очень добрый слоник, исполняет все желания, поэтому я тоже часто его прошу. И вот такие приношу ему кокосы. Так что всем вам счастья, любви, добра. Татьяна здесь первый раз. Сейчас я ей буду показывать вот эти вот места. А многие уже знают это место. Это место Маха-самади родителей. Вот. Поздравляю нас с нашей первой тысячей. Так. Мы с Сашей здесь были. Татьяна, оказывается, здесь не была. Вот мы пришли на Маха-самади родителей. Потом можно взять випхути, священный пепел. Саибаба его часто материализовывал. Им он часто лечил людей. И вот здесь вот просто стоит сосуд с водой. Если кто-то пришел без водички, может попить из глиняного сосуда. Чистая вода меняется.